не надо к ним приставать. Да как? Офигеть. Да, вообще с ума сойти, что не читать. Ну телевизор, у тебя есть телевизор? Ты знаешь, пускай это решает врач. Нет, не нужды так делать каждый год. Зачем тебе каждый год? Ну да, повторять надо, но если будут какие-то симптоматики, тогда повторять. А не будет симптоматики, лечение проводить на основании этого. И все. Нет, обязательно, противопаротическое лечение тебе назначат. Будешь принимать. Я тебе сказала, ты сам не разберешься, слушай меня. Тебе придется принимать.
Mm-hmm.